Венспилская социальная служба продолжает выплачивать пасхальные пособия пенсионерам и родителям детей-инвалидов. Размер пособия 20 латов, и получить их могут все дети-инвалиды и те пенсионеры-инвалиды, чей размер пенсии, не считая доплаты к пенсии и до уплаты всех налогов, не превышает 191 лата 91 сантима в месяц. Получить деньги можно тремя способами – путем перечисления на банковский счет, придя лично в социальную службу или получить на дому, если по состоянию здоровья человек не может прийти в социальную службу. В таких случаях работников соцслужбы следует проинформировать относительно необходимости доставки пособия на дом, позвонив по телефону 636-01-210 для тех, кто проживает в левобережной части города, или 636-63-001 для жителей Парвенты. Пособия на дом будут доставлять до 27 апреля. До этой же даты пособие в кассах социальной службы будет выплачиваться и детям-инвалидам. Касса социальной службы в городе работает по понедельникам и пятницам с 10.00 до 13.00 и по средам с 12.00 до 3 дня. В Парвенте время работы кассы следующее: по вторникам с 10 утра до часу дня, по четвергам с 12.00 до 3 часов дня. Для выплаты этого вида пособия город выделил 172 300 латов. Эту материальную помощь могут получить 8,5 тысяч пенсионеров и инвалидов и 115 детей-инвалидов.